Оттягиваем где-то на третью, на четвертую. Возвращаемся на противоположную сторону. Почему так делают? Потому что с левой стороны чаще всего подходим, все время проверяем, подтягиваем. И так удобнее, чтобы не бегать уже перед тренировкой в манеже, когда мы довели лошадь. То есть мы подготавливаем, чтобы вышли в манеж, раз, подтянули с левой стороны еще дополнительно подпружку и поехали. А вот сюда. И прям сильно-сильно тянуть. Берешь и держишь. О, Варя уже натренировалась. Да, смотрите, дырочку. Держишь вверху эту и застегиваешь эту. Старайтесь всегда попадать, не пробивать дырочки. Угу. На такую же дырочку ты можешь посчитать, например, на какую ты дырочку дотянула. И стараться зацепить. Вверх, да. Не-не, чуть-чуть приподнимай. Угу. Старайся не пробивать, потому что потом приструги прорываются. Пойдем в другую сторону. Там можно заправить. Оля, заправляй. Да, в петелечке уже все, к этой стороне мы не будем подходить, поэтому мы все заправляем. А левую сторону мы до самого манежа оставляем. И уже в манеже я проверяю ваши подпруги, подтягиваю и заправляю. Да, одеваем уздечку. Где ваши шлемы? Да, сейчас придем. Давайте за шлемами. Одевайтесь и одеваем уздечку.